бы между парнем и девушкой существует, ну пока между ними не встанет ничего, вопрос никакой. Не, вообще существует, конечно, но в любом случае между М и Ж, если это люди ориентации стандартной, если мужчина и женщина общаются, и мужчина привлекает женщину, а женщина привлекает мужчину, в какой-то момент, конечно же, может возникнуть какой-то сексуальный интерес, потому что это естественно в данном случае. Ну вот, а там, где возникнет сексуальный интерес, там может закончиться дружба, понимаете? То есть такое, под вопросом история. У меня очень много мужчин-друзей. Я не знаю, хотели бы мне эти мужчины присунуть при удобном случае каком-то. Я думаю, что, наверное, не отказались бы. Ну вот, я себя как бы отдаю в этом отсчет. Ну и окей, ну хотя, ну это типа это нормально. Знаете, я всегда думала, что дружба между мужчиной и женщиной — это про, ну, некоторую взаимовыгоду. Про некий симбиоз, где каждый выручает друг друга. Ну потому что такое дружба? Ну это все то же самое, только вот без кекса. А тут выясняется, что между мужчиной и женщиной может быть дружба, но при этом они еще и могут спать. Если люди спят, то это уже не дружба. Это что-то другое. Называйте это как хотите, но это не дружба. Дружбу это назвать уже нельзя никак. Вот. Просто некоторые бабоньки прикрывают вот эту вот свою похоть, либо выставляют мужчин на скамью запасных под словом «дружба». Но дружба – это немножко другое. Дружба, когда и ты тоже вкладываешься в это, а не только мужчина в тебя.